курицу рублевую. Угу. Вот. Это был единственный парень вот в этой вот компании. Угу. Он, значит, за, ну, одну по объему, наверное, одну четвертую или одну шестую, что ли, некоторых крупных. Вот. Сам занимал, вот, если взять его по весу и по всему. Ну. Но парень такой был озабоченный. Приставал к моим девчонкам прямо по-черному совершенно. И выбрал себе в пару, кого вы думаете? Злюку. Правильно, выбрал себе в пару злюку. И загонял. У него острые-острые коготочки. Вот эти, угу, вот эти лапки у него с такими коготочками. Это просто невозможно. Как иголочки. Злюки очень нравятся. Как иголочки. Вот. И, значит, с самого начала-то я боялась, что забьют они его. Ну, вот одним ударом просто сшибут, он упадет. За одну секунду он всех их поставил на место своими коготочками. Он сразу полетел к ним, прямо в самую гущу. Я думаю, ну все, сейчас вообще конец. Думаю, не дай бог. А он молоденький еще сам, он ровесник Чира. Они чуть ли не в один день родились. Он из зоопарка. Вот. За одну секунду он ворочается, как волчок, и своими коготочками всех сразу наказал. Говорит, ко мне не лезьте, а то я вас всех. Вот. И все. А дальше он, этого бедного злюку, когда он выбрал его,